Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня, да, чуваки, да, это итоги конкурса на миллион. Сегодня мы все-таки узнаем, кто тот счастливчик, кто получит этот миллион. Вот конкурс, кто не видел, в принципе, может кто-то новенький и сейчас смотрит этот видос. Сегодня у нас 20 число, чуваки, вот, смотрите, 20 число, 7 часов утра. Я дождал, пока каждый до последнего ждал. Утро, короче. И сейчас будем выбирать победителей. Давайте посмотрим, сколько здесь у нас лайков. Так, 32 лайка. В принципе, ну я не говорю лайки ставить под видео. В принципе, это насрать. 303 просмотра. Что, нормально? Я бы так сказал. Это нормально, да, чуваки? И кто не выиграет, говорю, не расстраивайтесь, потому что... Буквально через пару часов, когда я анонсирую итоги этого конкурса, будет следующий конкурс на большую сумму денег. Так что следите за каналом и подписывайтесь обязательно. Сейчас будем выбирать победителя. Давайте, так. 170 репостов и 286 лайков. Нихера себе. Красавчики, что я могу сказать. Так, это можно уже удалить, в принципе. Итоги конкурса. Конкурса Мазин ХРП на 1 миллион. Участвуйте, да. Да. Именно так. Были условия какие? Подписаться на канал, подписаться на группу, сделать репост этой записи, поставить лайк. Все это будет проверяться. Итак, что мы еще хотим? Все, так, берем. И нужен нам рандом ап. Так, пишем ВК. А нахрен написал ВК, если там есть. Так, что там у нас? Мы пишем рандом ап. Все будет по-честному, никакой накрутки, чуваки. Все при вас. Я бы мог не снимать видос, просто написать в группе, но я считаю, это неинтересно. Так. Так, стоп. Что я хотел? Ага. Берем и копируем запись. Так, ставить. Приз 1 миллион. Чуваки, сразу говорю. Так, состоять. И это Николай Миронов. Угу. Так. Николай Миронов. Сейчас проверим, что он сделал или чего он не сделал. Так. Запись есть. Как видим, запись есть. Это хорошо. Это очень хорошо. Красавчик. Так. Стоп, это еще не все. Нужно проверить, состоит ли он в группе моей. Сейчас мы это тоже проверим. Так, где эта хрень? Заходим в участники. Поиск. И вставить. И погнали. Да, есть он. Это уже хорошо. Вы сами видели, что на группу он подписан. Программа сама, кстати, проверяла, подписан на канал или нет. Так что можете не... Там не переживать. Так, что еще лайк? Лайк. Ой, лайк это будет долго искать, конечно. Так. По числу друзей, поделившись. Так. Это поделились, стоп, это не то вообще. Сейчас мы посмотрим, лайк он поставил или нет. Так. Сейчас найдем. Думаю, он поставил лайк. Вот, лайк, чуваки, стоит, вот он. Все, он выиграл миллион, чуваки. Сейчас мы напишем. Поздравляю, ты выиграл. Выиграл в конкурсе 1 миллион. Амазин РП 1. ПС.
напишу, типа, что я Кирилл гей, может он не понимает, не поймет, точнее, Кирилл гей. Все, чуваки, он выиграл. Вот такой был конкурс. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новый конкурс. Он будет обязательно, просто обязательно. Всем пока!